Привет, ребята! Давайте поиграем в пожарных! С вами пожарный Даник! Как вы помните, ребята, в одном из прошлых видео мы с папой нашли три клада. Один вот такой вот и один вот такой вот. А еще мы открыли один набор, и это стройка. Там был кран и пожарная машина. Но сегодня мы будем продолжать открывать эти интересные клады. И первый — это пожарное депо. А второй набор — пожар в бургер-закусочной. Ребята, а самое интересное в этом наборе — вот эта пожарная машина. У нее можно с помощью груши надувать воздух, и струя воды будет выливаться. В общем, вы все увидите. Встретимся после сборки. Собрано! Итак, ребята, краткий обзор. Открываем гараж. Здесь есть очень классный гараж, а внутри прячется очень интересная машина. Ребята, в этом пожарном джипе есть очень классная мигалка. Еще, ребята, сзади есть вот такой вот интересный шланг. Так, где тут огонь? Ребята, еще здесь есть скутер. Вы удивитесь, почему здесь есть скутер. А потому что все эти новенькие наборы Лего Сити пожарные, по сути, они на воде. И вся база находится на морском берегу. Также, ребята, здесь есть очень классный дрон. Ребята, это, по сути, квадрокоптер. А квадрокоптер пожарный нужен, чтобы разведать какое-то место пожара и принять какое-то важное видео. Ребята, а кто же управляет этим квадрокоптером? Вот эта женщина пожарная. Ребята, видите, у этой женщины пожарной есть вот такой вот пульт с экраном. А на втором этаже комната, где отдыхает пожарная. А на третьем этаже самое главное место. Это место самого главного пожарного. Его зовут майор Спичкин. Ребята, теперь давайте посмотрим новую пожарную машину. Здесь есть груша, на которую нужно нажимать. И чем сильнее ты давишь, тем больше и струя воды. Всего может вылететь две штуки. Так, ну что же, время обеда закончилось, мультики про пожарных посмотрел, теперь можно и учебную тревогу начинать, чтобы ребята набирались опыта. Внимание, внимание, всей пожарной бригаде объявляется учебная тревога, загорелся мусорный бак. Ой, да сколько можно? Как уже надоели эти учебные тревоги. Еще и мусорку тушить надо. Эй, ничего-ничего, ребята. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Вперед, вперед, ребята, быстрее! Нужно потушить это мусорное ведро. О, отличный выстрел! Первый огонь потушен. Второй выстрел есть! Точно в цель. Яблочко! Пожарный номер два, приступить к выполнению задачи! Молодец! Выстрел! Молодцы, орлы! Выполнили все нормативы! Ну что же, дежурство почти подошло к концу, можете потихоньку собираться домой. Ох, классный сегодня был день, правда, друзья? Да, это точно! Ну что, по домам? А у меня есть отличная идея. Друзья, давайте все сходим в кино. Там сегодня новый фильм про пожарных показывают. О, отличная идея. Тогда чего же мы ждем? Вперед! Внимание, внимание, дежурная пожарная бригада. Всем на выезд. Это не учебная тревога. Все по-настоящему. Загорелось бургер-закусочная. Всем по машинам на выезд. Помогите! Помогите! Спасите! Мой бизнес! Моя закусочная! Что теперь будет? Я разорен! Пожалуйста, вызовите кто-нибудь пожарных!
Нужно потушить этот огонь быстрее! Вперед, вперед, на выезд! Каждая секунда дорога! Прибыли! Есть, почти потушили! Увеличить напор водяной пушки! Вы настоящие герои! Да, именно герои! Тушить огонь – это просто наша работа! Ребята, как здорово, что все хорошо закончилось! Ребята, вызываем пожарных! Всем по местам! Привет, ребята, с вами пожарный Даник! Как вы помните, в прошлое видео мы с моим папой отыскали 3 клада! И один клад, вот этот классный лего-набор пожарных. Ребята, смотрите, в этом наборе есть шикарная пожарная машина. Есть вот такой вот классный кран, который строит этот дом. Но почему-то этот дом загорелся. В общем, ребята, этот большой набор называется «Городская пожарная бригада». Тру-ту-ту-ту! А сейчас, ребята, самое интересное, давайте собирать этот набор! Ну что же, ребята, набор собран. Я хочу обратить внимание на эту классную пожарную машину. Когда я нажимаю на грушу, воздух по этому шлангу идет сюда, и эта струя воды выходит. Ребята, еще здесь есть классная мигалка. Ну, огни! Ну, пожары, держитесь! Пожарный Даник ждет вас! Ребята, время отправляться на патрулирование. Но вначале нужен водитель. Я посажу водителя. Пожарный водитель, как тебе там? Удобно? Да-да, удобнее не бывает. Ребята, давайте я вам покажу, как работает лестница. Она очень высокая. Смотрите, какая она высокая. Ну, очень высокая. Вот такая вот лестница высокая. Ребята, смотрите, какой здесь есть пожарный вертолет. Это поддержка с воздуха. Посадим сюда пилота. Еще здесь есть классная водяная пушка. Ребята, также здесь есть классный мотоцикл. Ребята, еще здесь есть 2 штурмовика. Смотрите, они мне очень понравились. Ребята, смотрите, вот объект, который будут тушить пожарные. Но сейчас он не горит. Происходит установка часов. Так, подцепить часы. Отвозить экран. Зацепить туалет. Поднять туалет. Вира! Кто это? Экран неуправляемый. Ребята, смотрите! Прожектор упал на кондиционер и загорелся дом. Ребята, смотрите, огонь распространился по дому. Он на втором этаже, на третьем этаже и на крыше. Ребята, вызываем пожарных! Ребята, сейчас пожарная запустит своего робота. Так, где тут доски?
Только вначале он хочет потушить баллон. Есть! А сейчас тушим огонь в доме! На первом этаже огонь ликвидирован! Большая машина! Вперед! Потушаем огонь на двух этажах! Приступить к тушению! Первый очаг потушен! Второй очаг потушен! Третий очаг потушен! Так! Тут более сильный огонь! Вот, все, отлично! Получилось! Поднажмем, ребята! Ребята, это был пожарный по кличке Ветер. Сегодня на обойму, потуши его. Есть. Ребята, главное, что огонь потушим. Возвращаемся на базу. Мигалка, запрыгивайте. Всем привет, с вами Даник. Вы на моем канале Даник Джуниор. Ребята, пришло время мне показать вам новинки 2022 года. Появилась новая серия Лего Сити, где можно сконструировать целый город. Там в одно целое можно соединить больницу, школу, полицейский участок и, как вы видите, пожарную станцию или пожарное депо. Именно пожарное депо мы сегодня с вами соберем. Ну что же, встретимся после сборки. Собрано! Друзья, я так давно ждал, когда появится новая серия Лего Сити пожарных. Я, наверное, больше года ждал, чтобы показать его вам. В самом начале я вам хочу показать пожарную машину. Ведь это главный атрибут пожарной. У нее есть крутой водомет. Ребята, прямо по курсу вижу огонь. Прицеливаемся. Вода! Пожалованный до рядового! Вода! В яблочко! Опять восстановлен до майора Спичкина! Продолжаем тушить огонь! Да! Давайте пока установим водный заряд на место. Пожарная пушка может крутиться на 360 градусов. Конечно же, здесь сидит водитель пожарный. Новым шлемом 2022. Сзади шлем имеет характерный защитный воротник. О, ребята, смотрите, кто бежит. Это же служебный пес Чарли. Эта собака непростая. Она помогает искать людей под завалами. Тут есть такой специальный контейнер, где есть пожарный топор, рация и запасной огнетушитель. Давайте дадим нашему отважному пожарному топор и рацию. Прием, прием! Заметил кота на дереве. Все сюда. Ой-ой. Котик, не бойся. Ой, какой ты маленький. Совсем еще котенок. А где твоя мама? Ты же такой чистенький. 100% ты домашний. Ой, лестница упала. Помогите кто-нибудь, спасите. О, вот Фрея Маклауд идет. Давайте попросим ее о помощи. Фрея, помоги, пожалуйста. У меня упала лестница. Хоп, хоп, хоп. Угу.
Ну что же, давайте посмотрим саму пожарную станцию. Здесь есть диспетчерская, где работает Финн Маккормак. Всем привет, друзья! Он всегда на связи. Этажом ниже находится комната отдыха. После тяжелого дня они, пожарные, могут сесть и расслабиться и поиграть в приставку. По пожарному шесту мы попадаем в гараж. Но тут еще есть небольшой штабик, где есть главный городской радар, где отслеживаются все бедствия. Центральные двери очень легко открываются. А вот и гордость главной пожарной станции Лего Сити. Пожарный оперативный вертолет, который может быстро прилететь на место пожара и использовать водяные диски. Вот они. Крутая, новейшая форма. Всем привет. Пожарная часть 603-20 слушает. Что случилось? Быстрее приезжайте. Понял, выезжаем. Ребята, в первую очередь надо запустить пожарный вертолет, чтобы он быстрее долетел. Перед нами. Молодцы! Пожарная команда Лего Сити! Вам огромная благодарность от города Лего Сити! Привет, ребята! С вами пожарный Даник, и сегодня мы поиграем в пожарный. Пожарный Даник, а по какому поводу общий сбор? Что случилось? Коллеги пожарные, у меня для вас отличная новость. Сегодня у нас пополнение в пожарном автопарке. Ого, это здорово! Ребята, вы слышали, к нам приедет новая пожарная техника. Кстати, пожарный Даник, а что за техника прибудет? Какая машина? Вот этот пожарный грузовик с высоким подъемным автокраном. С помощью такой техники мы сможем тушить пожары на большой высоте. О, пожарный Даник, хороший грузовик, нам понравился. Ну, давай же, скорее его будем собирать. Открываем. Открываем первый пакет. Thank you.
Ну что же, ребята, вот и собрал этот пожарный грузовик с подъемной стрелой. Давайте его рассмотрим внимательнее. Ребята, фигурки пожарных в этом наборе оснащены специальными баллонами и дыхательными масками. А что касается грузовика, то у него есть красивая кабина. Сразу же туда посадим фигурку пожарного. Вот он. Закроем грузовик. А еще тут есть боковые интересные зеркала. Вот они. Они могут двигаться вот так. Ребята, эта машина похожа на божью коровку с какими-то рожками. Пожарная божья коровка. Сзади есть фургон. Он может открываться. Сейчас я его тоже открою. Тут есть инструменты. Топор и бензопила. У этого пожарного грузовика высокий клиренс. Ребята, клиренс — это расстояние между низом машины и землей. Теперь, ребята, рассмотрим вот этот пожарный прицеп. Это основная сила против огня в этом грузовике. Ребята, сбоку мы видим пожарный рукав. Ну что же, давайте снимем его и дадим в руки пожарному. Давайте вложим туда пожарные снаряды. Охранятся они вот здесь. Пожарная готова к тушению пожара. Пли! Ну что же, ребята, давайте прикрепим наш прицеп. Ой, ребята, я забыла вам показать, что тут есть специальная опора. Опоры ставят, когда уезжает грузовик и надо потушить огонь. Ребята, а еще в этом наборе была вот такая вот телевизионная вышка с антенной. Тут даже есть знак, что это телевизионная вышка. Вот такой вот рабочий, который совсем наблюдает. Так, что здесь у нас? Какая-то странная гайка. По-моему, она здесь лишняя. Выкручу-ка я ее. Ой, ай! Ай, что такое? Ай! Ой, ай! Ай, что это было? Где я? Кто я? Пожар! Пожар! Помогите! Кто-нибудь! Антенна горит! Нет! Нет, этого нельзя ни в коем случае допустить! Ведь если сгорит эта антенна, дети больше не смогут смотреть свои любимые мультфильмы! Пожарная Лего Сити! Срочное сообщение! Загорелась спутниковая антенна! Срочно всем на выезд! Эй, сынки, вот и настал наш час. Для этих минут мы и работаем с вами. Ох, сейчас тряхну стариной. Я выдвигаюсь первый на мотоцикле. Ребята, ребята, на выезд! Ну как ты тут? Живой? Здоровый? Да, все в порядке, дядя пожарный. Да только вот сейчас антенна сгорит. Не волнуйся, у нас все под контролем. Бригадир, ну что, я даю команду пожарным вертолетам, чтобы начинали тушить антенну с воздуха. Нет-нет, сынок, погоди. Дадим проявить себя новому пожарному грузовику. Пусть покажет, на что он способен. Я вас понял, бригадир. Ну, а твоя задача — потушить огонь снизу, на пульте.
Будет сделано! Так, прицелюсь как следует. Ха, прямое попадание! Ха, моя школа! Эй, новичок, теперь твой выход! Ребята, не подведите коллектив! Фу, как жарит, как же жарко! Ну что же, потушим этот огонь! Прямое попадание! Эй, пожарный Даник, там еще снизу, под антенной, есть очаг возгорания! Ха-ха, пожарный Ура! Даник, получилось! Ура, мы потушили антенну! Ребята смогут смотреть мультфильмы! Пожарная Лего Сити, отличная работа! Сегодня мы с вами отлично потрудились! Привет, ребята, я пожарный Даник, и сегодня я на лесном патрулировании. Я слежу за пожарной безопасностью и именно в лесу. Вот правильно сделали, потушили костер. Не забывайте тушить огонь, когда вы в лесу или на прогулке. Полный порядок. База, база, прием. Все чисто, пожаров нету. Прием! Пожарный Даник! Рад тебя слышать, говорит пожарный Сэм. У нас все в порядке. Ребята, это торжественное несение службы караула пожарного. Гори, гори, ясно. Как говорится, дыма без огня не бывает. Ой, упала. Гори, гори, огонек. Опа. Эй, пожарный Сэм, я вижу, с той стороны леса идет дым. Да, я тоже его вижу. Оттуда бегут животные. По всей видимости, они спасаются. Нужно срочно сообщить пожарному Данику. Пожарный Даник, прием, прием, вызывает пожарный Сэм, как слышишь? Доведем это дело до победы. Ребята, огонь может быть очень коварным. Дело сделано, мы победили! Фух, ребята, если честно, я немножко устал, но хорошо, что животные не пострадали. Ребята, я вижу пожар! Сжигают большой костер! А,
Так, еще огонь. Ребята, осталось поймать этого поджигателя. Пе-пе-пе, пожарный Даник. Потушим огонь. И попал, и попал. Попал. Ах ты поджигатель. Ненавижу воду! Нет! Нет! Все! 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 Отдай! Отдай! Видите, как бывает? Пожарные не встают! Да! Нет, только не вода, я прошу тебя. Ты вредный пожарный. Вот и закончились его огнедушные дела. Утром надо умываться. Ребята, будьте послушными и никогда не балуйтесь с огнем, а то будет так, как со мной. Ребята, пока-пока, а теперь привет, ненавижу душу.